Приветствую вас на моем канале. Продолжаю рассказывать о возможностях Fusion и тема этого видео – криптомат маски. Данный инструмент официально поддерживается в Nuke и Fusion, но также существует компиляция для Photoshop от стороннего разработчика Xerio. Ссылки будут прикреплены в описании под видео. Плагин бесплатен и очень крут. Жаль, что я его не стал применять в практике раньше. Виной всему лень, да и в принципе инструменты для работы с масками, описанные в предыдущем видео, вполне закрывали мои потребности. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. И это утверждение вполне справедливо для криптомат масок. Они чертовски круты именно в деталях, но об этом позже. Сейчас мне нужно показать, как поставить этот плагин на Fusion. Есть два варианта. Можно скачать дистрибутив криптомат с GitHub и установить его вручную, прописав путь. Второй вариант – автоматическая установка через приложение Reactor. Кто-то из пользователей сказал, что этот вариант для творцов, которые не хотят заморачиваться с якобы сложной установкой криптомат вручную. Но на деле ручками я установил криптомат условно минут за 5, а установка через Reactor у меня отняла минимум полчаса. Тут я не знаю, в чем причина, но интерфейс Reactor у меня не работает, и запускается он у меня очень странным способом. Итак, ручная установка криптомат. Последнее обновление плагина было в мае 2021 года. Так что этот продукт свежий и продолжает развиваться. Качаем исходный код на GitHub вот здесь. И распаковываем его в удобном для вас месте. Далее нужно открыть Fusion. Переходим по следующему пути. File. Preferences. Global and Default Settings, Path Map и нажимаем кнопку New. Здесь нам нужно создать запись, которая будет говорить Fusion при следующей загрузке, где лежит дистрибутив плагина Cryptomat. В разделе From пишем Cryptomat с двоеточием. В разделе To вставляем путь к папке с плагином для Fusion. Он у меня находится здесь. Нажимаем кнопочку Save. Но перед тем, как это сделать, также нужно в разделе User Path вбить криптомат с двоеточием. Ставим точку запятой после, если этого не было. Очередной переменной вставляем криптомат и не забываем двоеточие. Все, теперь можно считать, что плагин установлен. Нужно только лишь перезагрузить Fusion. Другой вариант – это автоматическая установка через плагин Reactor. Я, быть может, и не стал говорить об этом плагине, поскольку он нормально не работает, но сам контент, предлагаемый этим плагином, заслуживает внимания. Причину бага я не стал выяснять и научился запускать этот плагин анальным методом, по-другому не скажешь. По сути своей, этот плагин своего рода лаунчер, через который можно поставить множество плагинов для Fusion. В основной своей массе это бесплатные плагины. Этот же плагин, Reactor, в реальном времени проверяет всю базу на GitHub и предлагает вам поставить самые свежие версии для Fusion. Как установить этот плагин? Переходим по ссылке, где-то вот эта ссылочка на сам инсталлятор. У меня открыто отдельное окно.
И вот он инсталлятор, реактор инсталлер Lua. Этот инсталлятор нужно скачать и перетащить в окно консоли. По заверениям с форума, это действие должно начать установку плагина. Давайте попробуем. Вот у меня этот инсталлятор. Открываем окно консоли и перетаскиваем. Само окно консоли никак не реагирует. Перетаскиваю в текстовую строку. Ну и выдается какая-то ошибка. В общем, не работает. Чудо не произошло, выяснять причины не стал и попробовал другой вариант, также предлагаемый в описании после, где-то здесь. Вот, you can also copy paste the script into a console text entry area. Нужно открыть данный инсталлятор в текстовом редакторе. Вот код инсталлятора. Я его просто копирую. И вставляю в текстовую строку консоли. И нажимаю Enter. Все. Оболочка инсталлятора запустилась. Можно нажать кнопку Install and Launch. Установка закончилась и появилось меню «Реактор». Но у меня нажатие кнопок не дает никакой реакции. Может быть дело, как это называется, в брендмауре, я не знаю. Ну, оболочка не запускается. Если вам повезло так же, как и мне, и у вас установка идет по такому же печальному сценарию, то следующим шагом, который вы должны сделать, будет перезагрузка Fusion. Затем вам вновь нужно открыть окно консоли и запустить код файла реактор Lua. Его можно найти вот в этом окне. Так, нет. Вот. Это окно появится автоматически при первой установке плагина, поэтому его не закрывайте, когда оно появится, а просто сверните. Для запуска оболочки и дальнейших действий мне нужен код файла реактор Lua. Вот он. Код можно получить точно так же, открыв его в текстовом редакторе. Выделяем и копируем. Напомню еще раз, но после первой установки нужно перезагрузить Fusion. Поэтому я выключаю всю эту историю и перезагружаю Fusion. Итак, Fusion перезагружен. Запускаю консоль. И вставляю код, скопированный ранее от файла реактор Lua. Нажимаю Enter. Идет проверка всех доступных обновлений. И сейчас я поставлю паузу, чтобы не тратить время видео. И включу уже позже, когда вся проверка закончится. После процесса инициализации, спустя несколько минут, появится оболочка плагина. Аллилуйя!
Плагинов достаточно много. Для каждого инструмента есть описание и для некоторых из них ссылки, ведущие на сайт разработчиков, где можно более подробно ознакомиться с инструментом. Плагины разделены на категории, и если, к примеру, вам нужны инструменты для масок, то их следует искать в разделе, так, где он, Tools, не Tools. Да, в разделе Tools, вкладка Mat, и здесь можно выбрать различные плагины, которые работают с масками. ID-маск, тут же CryptoMat маски и так далее. Вернемся к CryptoMat. Действительно, если вам повезло и плагин у вас установился как задумывалось, то все, что вам надо сделать, это поставить чекбокс, здесь у меня уже стоят чекбоксы, у нужного плагина, и они будут устанавливаться автоматически. В моем случае делать я этого не буду, плагин у меня уже установлен. Удаляется плагин также просто. Убрать чекбокс нужного инструмента, и все, плагин удален из Fusion. Установка действительно происходит быстро, чем установка вручную, но я счастливчик и не испытал этой радости, потому что сама установка реактора заняла у меня, чтобы с этим разобраться, ну, где-то около получаса, может быть, даже час. Поскольку процесс установки и запуска самого реактора пошел по печальному сценарию, я бы не стал его показывать. Из всех этих мытарств. Но поскольку реактор дает возможность установить еще много полезных и бесплатных плагинов помимо CryptoMat, я решил включить это в видео. В дальнейшем я планирую записать отдельный обзор по некоторым позициям из этого внушительного списка, которые могут пригодиться для работы с Fusion. Если кто-то в курсе, что не так у меня с реактором и почему так происходит, черкните, пожалуйста, в комментариях, буду благодарен. Чтобы начать работу с нодой CryptoMat, нужно подготовить и вывести RenderPass CryptoMat. Многие рендер-системы интегрировали это решение, и V-Ray не стал исключением, и это уже достаточно давно. Не помню, с какой версии, но рендер-элемент V-Ray CryptoMat есть в этом рендер-движке, и он автоматически создает все необходимые маски по заданным параметрам. Давайте я расскажу о базовых настройках данного рендер-элемента. Открываем окно Render Setup, переходим на вкладку Render Elements и находим V-Ray CryptoMat. Для создания ID-маски есть несколько вариантов. Самые актуальные – это значение ID по имени материала и по имени объекта. Это ID тип node name и node material name соответственно. ID тип name в Heracle учитывает любые связанные и сгруппированные объекты. ID тип layer name назначает ID по слою, на котором находится объект или объекты. И ID-тип NodeUserProperty дает возможность индивидуального назначения маски на один или несколько объектов. Для этого необходимо задать имя переменной, а в свойствах объекта или объектов присвоить этой переменной значение, скажем, 1. Таким образом, можно задать пользовательскую маску, не привязанную ни к материалу, ни к геометрии. Делается это следующим образом. Создается, ну, понятно, что в сцене там будут какие-то не боксики, не шарики, а объекты. Ну и в общем нужно нам вот для этой группы объектов создать пользовательскую маску. Можно имя значения не менять, то есть оставить как есть. Можно задать, не знаю, там QWERTY. И в свойствах объектов User Defined
задать значение переменной QWERTY равное единице. Все. При рендеринге выделенная группа элементов, вернее не выделенная, а заданной переменной, будет иметь маску. Далее, что еще? NumLevels. Опция разбивки на уровне, которая определяет количество объектов, которые можно различить на один пиксель. Если несколько объектов пересекаются в одном пикселе, элементы более высокого порядка будут содержать не нулевые результаты. Значение по умолчанию 6 обычно достаточно для большинства случаев. Так написано в хелпе. На практике, если я столкнусь с ситуацией, когда значение 6 нужно будет выкрутить до 12 или там до 24, я обязательно запишу видео, почему мне пришлось сделать так. А пока что без комментариев. Раз разработчики говорят, что 6 это норм, пусть так и будет. Так, по настройкам самого рендер элемента все. Теперь нужно пару слов сказать о настройках рендера. Забудьте про прогрессивный режим рендеринга. Криптомат пока работает только в режиме Bucket. Я не в курсе, что там под капотом у Криптомат решения, но, видимо, его очень сложно прикрутить к прогрессивному типу рендеринга. У той же самой короны в Roadmap эта задача висит аж с июня 2018 года. И до сих пор не реализовано. Думаю, что когда это произойдет, то и у V-Ray появится поддержка криптомат для прогрессивного режима. Значит, запоминаем режим Bucket и только. Затем. Стандартная история с сохранением раздельных рендер-элементов. Так, FrameBuffer. Ну, то есть, как обычно, я обычно сохранял через Separate Render Channels. Так вот, эта история не работает. Чтобы полноценно работать с рендер-элементом V-Ray Cryptomat во Fusion, нужно сохранять многослойный XR-файл. Для этого нужно активировать опцию V-Ray Raw Image File, задать какое-то имя вашему файлу для сохранения, и если вы сохраняете в Photoshop, то нажать кнопку Save. По умолчанию глубина пикселя будет 16-битная, большей разрядности Photoshop не вывезет. Для Fusion можно и нужно ставить чекбокс на сохранение 32-битной глубины пикселя. Все, нажимаем Save. Теперь все настроено для рендеринга. Ну, Bucket, естественно, нужно переключить. Теперь все настроено для рендеринга, и после рендера вы получите только один файл, в котором будет много слоев. Как их извлечь, я расскажу далее. Через ноду Loader загружаем наш многослойный файл OpenXR. Я не очень люблю многослойный формат, поскольку, чтобы извлечь нужный слой, нужно перезначать каждый RGB-канал вручную. К слову сказать, в пакете плагинов Reactor есть скрипт, который делает это автоматически, но до него у меня еще руки не дошли, и поскольку я уже анонсировал, что буду писать отдельное видео по Reactor, то этот скрипт обязательно попадет в обзор. Но пока все сделаю ручками. Плагины это хорошо, но также нужно понимать, как это сделать без использования он их. Так, вот, все, секвенция загружена. Как извлечь криптомат маску? Ну, скажем так, сперва это сделаем следующим образом. Дадим имя загруженному файлу. Это у нас Beauty Pass.
Копируем Ctrl-C, Ctrl-V. Это у нас будет CryptoMath. В Beauty Pass, поскольку был рендеринг с денойзом, нужно извлечь, соответственно, пас с денойзом. Поканально Red V-Ray Denoiser R, Green V-Ray Denoiser Green, Blue V-Ray Denoiser Blue. Ну и видите, что картинка стала менее шумной. Отключаем Smooth Resize. Не люблю, когда смуфится при приближении пикселя. Ну и по ситуации можно отключить. Видно, что он шашечки на окнах. Можно отключить альфа-канал. Все, альфа-канал отключен. Он здесь без надобности. Ну и далее по старой схеме, как из видео про ACCG. Добавляем also color space. Подцепляем ноду сюда. И задаем ACCG входящее пространство и output либо REC 709, либо sRGB. Ну, стандартная ситуация. Если у вас крутой монитор, который поддерживает REC 220, то выбирайте, соответственно, этот режим. Ну и все, картинка уже в приглядном, скажем так, виде, и можно произвести корректировку. Для этого нам понадобится CryptoMath элемент. Извлечение CryptoMath слоя происходит таким же образом. Выбираем CryptoMath R, CryptoMath Green и CryptoMath Blue и CryptoMath Alpha. Вот такая вот история у нас получается. Маска извлечена. Что дальше? Необходимо ее подключить к специальной ноде CryptoMath. И дальше процесс будет плюс-минус напоминать обычную работу с ID-масками. CryptoMath элемент находится во вкладке Math. И CryptoMath подсоединяем. Перетаскиваем картинку. Интерфейс достаточно простой и имеет минимум настроек. И тут я хочу заметить важную вещь. Поскольку CryptoMath не просто выбирает цвет, а это сложное комплексное решение, поэтому процесс работы, скорость отклика может быть замедленной, то есть притормаживать. Это связано с тем, что CryptoMath маски несут в себе не только цветовой диапазон отдельно взятого ID-объекта или материала, но также содержит в себе информацию об антиальясинге, прозрачности, DOF и Motion Blur эффектов. В этом есть принципиальное различие с обычными ID-масками, которые я извлекал в предыдущем видео. CryptoMath маски не нуждаются в разметке краев и прочих танцев с бубнами. Достаточно выделить нужный цвет, и все, маска будет готова. Пиксель в пиксель. Ну, давайте выделим, не знаю, вот эти металлические витрины. Выделение происходит путем перемещения указателя на нужный пиксель, на нужный цвет. И нажимаем кнопку Add. Процесс происходит не быстро, как я и говорил, потому что идет определенное подтормаживание. Все, не обращайте внимания на остальные цвета. Желтым выделена именно та маска, которая вам нужна. Соответственно, чтобы это было более понятно для вас, если смущает именно такое представление маски, то можно перейти в режим
Мэт. И будет простая черно-белая маска. Другое удобство в работе – это возможность единовременно выбрать несколько айдишников. Об этом чуть-чуть позже хочу показать. То есть вот как происходит выделение. Все, уже никаких сглаживающих манипуляций по сглаживанию пикселей делать не нужно. В криптомат маске уже антиальяс, то есть пиксель в пиксель у вас запечен. И, соответственно, выделение происходит максимально корректно. Ничего сглаживать уже не надо. Другое удобство в работе – это возможность единовременно выбрать несколько ID в одной ноде. При этом другие объекты не зацепятся, как это было в случае с нодой ChromaCare, когда я работал с обычными ID-масками, когда выделение более одного цвета приводило к тому, что могли зацепиться смежные по цветовому диапазону ID-шники. Криптомат такого не происходит. Последовательное добавление ID просто добавляет еще одну дополнительную маску. То есть, например, вот выделяем вот этот цвет. Нажимаем кнопку Add. Подумали, подумали. И все. Добавили. Следующий материал — это амальгама на поверхности зеркала. Дальше, допустим, выбрали этот материал, добавили ад. И добавился материал на креслах. ID можно добавлять не только через пиксельный выбор цвета, как я показал, но также можно вбивать название объекта или материала вручную. То есть, как вот здесь это прописано. То есть, вот название Fabric Beige Pattern S, материал 0.5 Brass Cuprum Zinc или Amalgama Silver. И так далее. То есть, можно, если вы знаете заранее название материала, неважно, да, по какой причине вы не можете это выбрать пиксельно, либо это там неудобно, либо мало пикселей, да, то есть совсем небольшой фрагмент в данном отдельно взятом кадре, то через добавление имени материала у вас все произойдет автоматически. То есть, если вот, допустим, взять, скопировать. Сейчас я сделаю так. Так, очищаем лист. Режим Matte. Ну и вот добавляем материал, нажимаем Enter. Кавычки надо поставить. Все, материал выделился, при этом я не использовал пиксельное выделение. Это, конечно, мелочь, но мелочь, опять же, приятная. Как я и сказал, что дьявол кроется именно в деталях. Первый важный момент, повторюсь еще раз, это наличие антиальясинга у маски по умолчанию, без каких-либо манипуляций. Второй важный момент – это возможность вручную вбить название элемента, либо название материала, и маска автоматически подгрузится. Вроде бы как и все, более добавить нечего, весь функционал уже записан в коде этой ноды, поэтому она достаточно проста в использовании, ну и, как видите, имеет минимум настроек. Все манипуляции с масками, которые я проводил в первом обзоре, посвященном простым ID-маскам, работают также и с криптомат масками. Никакой разницы не будет, разве что, повторюсь, не надо будет тратить время на размытие краев маски. На этом все. Чтобы не писать отдельное видео, в конце каждого выпуска я буду отвечать на вопросы подписчиков по мере их накопления или появления под видео.
Поэтому следующей заключительной частью будут ответы на вопросы. Итак, комментарии. Ну, из интересных. Спасибо, очень полезный урок. Все удалось повторить. Только проблемы с выводом файла. Это комментарий к видео постобработка во Fusion, часть первая. Ну, я решил уточнить, какие именно проблемы. И Владимир Ярс, Володумур, неважно. JPEG выводится в нормальном свете, а TIFF имеет блеклые цвета. Павел, я писал вам на Яндекс, что в ВК не получается открыть, поддержать автора. Окей. Так, по первой части вопроса. Вывод блеклого TIFF файла. Так, откроем Fusion. Возможно, у вас некорректно установлен режим сохранения или автоматический режим делает это некорректно и происходит повторная гамма-коррекция. Поэтому картинка получается высветленной. Нужно установить следующее значение для картинки при сохранении в TIFF. Так, выбираем ноду Saver. Выбираем формат. Где он TIFF? И нажимаем сохранить. Нужна будет следующая настройка. На вкладке экспорт нужно из режима Output Color Space из режима Keep выйти в режим Space и задать исходящее цветовое пространство. Ну, соответственно, для нормального отображения нам подходит либо sRGB, либо где-то вот, и либо 709. Ну, оставим sRGB. Output Gamma Space. Также из режима Keep нужно перейти в режим Space и задать режим sRGB. Далее. Во вкладке формат из режима Dev Auto нужно перейти в режим 8 либо 16 по ситуации. Ну, обычно это 8. Все. И нажимаем кнопку Render. После нажатия кнопки Render файл сохранится в неблеклом виде и все будет окей. Так. И следующая часть вопроса по поводу поддержать автора. Чтобы меня поддержать как автора, есть два варианта. Это единоразовый донат. Ссылки я прикреплю под видео. Ну, в группе ВКонтакте есть вот возможность доната через PayPal, либо через сервис тоже ВКонтакте. Сделать единовременное пожертвование на развитие канала. Также можно поддержать в долгосрочном периоде меня как автора. Это стать постоянным донатором. Минимальный вариант подписки это 300 рублей. За это вы получаете доступ к скачиванию бонусного контента, просмотр видео, ну и я, соответственно, отвечаю на дополнительные вопросы к видео, возникшим у вас. Более серьезный формат подписки – это 1200 рублей в месяц. Все то же самое, что в пункте 1, плюс я консультирую по вашим рабочим задачам. То есть вы ко мне можете смело обращаться с вопросом, а как исправить, а как сделать, и ваша проблема. Естественно, я работаю на связке только 3ds Max плюс V-Ray, ну, соответственно, еще Fusion. И, соответственно, все вопросы, связанные с рабочими моментами по этому софту, я могу вам подсказать. Ну, и 2400 в месяц. Это все то же самое, что в пунктах 1 и 2. Плюс по ситуации могу сделать, записать персональный видеоурок или разбор вашей сцены и настройка на связке, опять же, 3ds Max плюс V-Ray. Но эта опция не более одного раза в неделю, чтобы не я за вас работал, а все-таки вы напрягались.
А какой контент в ветке донаторов? Ветка донаторов находится рядом. Ну и, соответственно, здесь вы можете увидеть более, сколько у меня там, 77 уже эксклюзивных записей. Это видеоматериал, это определенные заметки, статьи каждому, ну не каждому, к избранным каким-то видео и материалам добавляется контент с настройками, с текстурами. Плюсом ко всему, допустим, вот материал от Кантары доступен для скачивания донаторам бесплатно. Ну и пока еще не законченный материал, там чуть-чуть осталось, все никак не могут дойти руки. Это я делал ресепшн-рум по фотографии, то есть полностью постарался максимально точно скопировать весь интерьер с фотографии. Получилось неплохо. Остался вопрос расстановки декора и постобработки. Как раз после того, как я закончу серию выпусков про Fusion, я перейду к финализации данного интерьера и закрою вопрос с постобработкой этого интерьера. И весь процесс мытарств с этим интерьером записан в большом количестве видео. Ну, дополнительно здесь есть глосси-чарты и прочие комментарии по работе с материалом, концепции настройки для пластика, металла, по-моему, краски. Да, краски прозрачных материалов. Ну, в общем, много достаточно материала, который, я думаю, что будет полезно и любопытно изучить. Это о донатах и что есть ветки донаторов. Так, комментарий 2. Так, вот интересный комментарий от Филипп Морриса. Спасибо за раскрытие темы, но есть пара вопросов. А зачем настраивать гамму в Render Setup V-Ray Color Mapping, если ACCG и так работает в линейной гамме 1, независимо от этих настроек? Насколько я понимаю, при работе с ACCG данные настройки вообще не принимаются в расчет. Мне кажется, достаточно будет сохранить полученное изображение в гамме 1 и все. Это первый вопрос. Вам кажется, на самом деле. Все дело в том, что при рендеринге текстуры для диффузных карт и ряда других параметров, из-за того, что мы их видим не такими, какие на самом деле являются, так как в них присутствует встроенный профиль, да, в любой картинке. Причем этот профиль сразу делает гамма-коррекцию для корректного отображения яркости картинки на мониторе. Для корректного же вычисления глобального освещения и прочих процессов картинки нуждаются в обратной или в прямой гамма-коррекции. Сейчас это уже не важно. Ну, то есть вся эта история связана с тем, что раньше были мониторы на электронно-лучевых трубках. Они были не способны корректно отображать яркость у картинки. Поэтому стали искусственно завышать яркость непосредственно в самой ну, оболочке там, Windows либо Macintosh. Она там была 1.8 у Macintosh и у Windows. Сперва там 2 была, потом 2.2. Я уж не помню эту историю. Ну, в общем, картинки на самом деле не такие, какие мы их видим на экране монитора. Потому что монитор, ну, не мог отображать это все корректно. Современные мониторы, вроде как, я слышал, способны корректно отображать картинку в том виде, в линейном виде, да, в котором она есть. Но в силу того, что придется переписывать весь софт от начала до конца, а это как бы и с поддержкой предыдущих старых версий, в которых там люди работают, соответственно, было принято решение, что лучше сохранить обратную зависимость у современных мониторов, чем переписывать весь софт.
Просто примите это как факт и не засоряйте на самом деле свой мозг лишними знаниями про гамму. Это атавизм, который вынужденно сохранился и вряд ли что-то поменяется в ближайшее время. Есть уже сложившийся пайплайн по работе в линейном пространстве с текстурами. Применяйте его и на самом деле не вдавайтесь в подробности. Я записывал отдельный мастер-класс по применению PBR текстур. Там весь процесс подробно описан. Какие текстуры нужно корректировать, а какие нет, чтобы шейдер рендерился корректно. Ссылки на этот мастер-класс я дам в описании под видео. И ссылки на статьи про гамму также прикреплю в описании. Если будет желание, изучите. Я, если честно, обхожу стороной данные статьи, так как практической пользы, как для рядового пользователя софта, от них никакой. Это чисто энциклопедические знания и не более того. Далее, в каких случаях следует включать ACCG Primaries в настройках V-Ray Bitmap RGB Color Space? Нужно ли это делать, если в Render Setup V-Ray Color Manager выбрано sRGB Primaries? Так, сейчас отвечу. Что это у меня там какие-то картинки веселые? У меня какой там рендер открыт. Все нормально. Так, ладно. Ну что там, умерло все. Так, в каких случаях следует включать ACCG Primaries в настройках V-Ray Bitmap Color Space? Эту опцию следует включать, если у вас текстуры уже имеют ACCG профиль. Но таких текстур я еще не встречал в своей практике. Их также можно сделать самостоятельно в отдельном софте. Я как-то публиковал в паблике ВК сообщение об одном таком конвертере. Ссылку на него, если интересно, опять же, прикреплю в описании к видео. То есть, вот он как выглядит. Он бесплатный. По умолчанию он стоит 2 евро, но при использовании промокода free при скачивании его можно скачать бесплатно. Данный софт переводит из обычного sRGB либо RGB линейного цветового пространства, переводит ваши текстуры в ACCG пространство. Там можно выбрать несколько опций, там не только ACCG, да. То есть поддержка ACCG, можно перевести в формат ACES 2065 и прочие сопутствующие форматы. Зачем это делать, я не знаю. То есть сейчас, в принципе, нет большого практического смысла в этом, поскольку V-Ray на лету все конвертируют, и поэтому какой-то дополнительный перевод и переделывание текстур, мне кажется, нелогичным. Так, и следующая часть вопроса. Так. Нужно ли это делать, если в Render Setup V-Ray Color Manager выбрано sRGB Primaries? Так, sRGB Primaries. Смотрите, sRGB Primaries, если здесь выбрано, то никакой речи об ACCG рендеринге идти не может. То есть здесь у вас два варианта. Если установлено рендеринг RGB Primaries sRGB, вы работаете в обычном sRGB пространстве, и никакие манипуляции вот здесь вот
делать не нужно. Ставите все по дефолту. Не надо, как бы здесь это уже будет путаница, не надо в обычный стандартный SRGB процесс, да, то есть пайплайн включать какие-то манипуляции с SCG. Нет, так делать не нужно. Но если вы начинаете работать над проектом в SCG пространстве, то, соответственно, нужно включить SCG. И эта опция, да, в этом месте будет говорить, что вся система должна работать на SCG. И, соответственно, если вы не назначаете исходники вручную, вернее, автоматически, то цветовое пространство у всех текстур, повторюсь, если вы не сделали, не конвертировали свои текстуры в SCG, да, вряд ли кто это делает так в обычной своей жизни, у вас все текстуры будут с различных сборников и прочее-прочее, все будут представлены в SRGB пространстве. Поэтому для диффузных карт используются SRGB Primers. Для технических карт используется режим RAW. Если же вы делаете автоматическое переименование, да, включаете опцию AutoRGB Primers, то достаточно будет оставлять все в дефолтном режиме, но опять же, это флешбэк, видео про SCG это сказано. Нужно добавлять специальные суффиксы типа RAW, либо LIN, RGB и так далее. Да? То есть об этом я уже говорил. То есть эти суффиксы считываются при включенной опции AutoRGB Primaries и при как бы. Здесь уже ничего не нужно включать. VRA автоматически определит, что, зачем и почему. Но также можно, даже несмотря на то, что включена галка AutoRGB, можно в принудительном режиме задать нужные опции. То есть, и как бы в довершение, да, чтобы закрыть вопрос. Если у вас текстуры представлены в SCG формате, то да. В ручном режиме нужно задать SCG Primaries. Здесь тоже должно быть SCG. Если у вас текстуры обычные SRGB, то оставляем SRGB. Здесь ничего не меняется. Если вы просто работаете в SRGB пространстве, как подавляющее большинство на самом деле пользователей, то ничего здесь делать не нужно. Просто работаете и все. И не думаете, что есть такой процесс, как SCG. И третья часть вопроса. Совсем не рассказано о настройках RGB Primaries. Так, где этот вопрос? Я просто его отдельно вынес. Совсем не рассказано о настройках RGB Primaries в карте V-Ray Color. В одном из видео по SCG говорилось, что при включении SCG Primaries в Render Setup V-Ray Color Mapping в карте V-Ray Color надо также включать SCG Primaries, а не SRGB Primaries, как это делалось в карте V-Ray Bitmap. Так ли это? По-моему, вас вводят в заблуждение, либо фраза вырвана из контекста. Объясню, почему. Так, V-Ray Color. Если вам доподлинно известно значение цвета в SCG пространстве, то да, вы ставите SCG Primaries и задаете нужный цвет, исходя из тех значений, которые вам известны. Но это при условии, что вы знаете точные значения по канально нужного вам цвета в SCG пространстве. В большинстве случаев это не так, да, поэтому выбор цвета должен происходить в SRGB, в режиме SRGB Primaries, и мы выбираем, задаем нужный цвет. Далее, что происходит на рендере? На рендере происходит следующее. V-Ray читает: окей, я работаю в SCG пространстве.
Далее он читает карту V-Ray Color. Он видит, окей, этот цвет представлен в sRGB пространстве. И он понимает, что ему нужно этот цвет сконвертировать для работы в sCG пространстве. То есть это происходит все на лету. Ничего делать не надо. Раньше, да, когда sCG не было интегрировано полноценно в V-Ray, приходилось использовать карту V-Ray OSEO. Да, когда вот этих всех опций не было, переключалок никаких не было, и нужно было сказать, что входящий цвет input, где он там, имел sRGB профиль, и его нужно конвертировать в sCG. Ну и подключалась карта, либо V-Ray Color в эту ноду. Так, не линейный sRGB. Вот таким образом, да, то есть видим, что цвет корректируется в sCG пространство. Сейчас этого делать не надо, то есть данный цвет автоматически внутри, скажем так, под капотом движка, все переводится автоматически. Исключением является история с черно-белыми оттенками. Я не занимался разрешением этого вопроса и почему так происходит, но серый в режиме sRGB Primaries уходит в холодный оттенок. Поэтому для корректной работы с чисто серыми оттенками, ну вот у меня открыто Black and White, да, то есть здесь просто локально 0,7, 0,7, 0,7, да, то есть 70% света. Для корректной работы именно с серыми компонентами лучше выбрать режим RGB Primaries None. Если же вам нужно задать значение цвета, вернее так, если нужно какое-то уже отличное значение цвета, да, то есть уже появляется какой-то оттенок, то тогда режим None не подходит, все-таки нужно использовать режим sRGB. Не занимался разрешением, почему так происходит, но реально работает, прошу прощения, некорректно. Вот и все по поводу ноды V-Ray Color. На этом я закончу. Спасибо за ваш интерес к моим видео. Всего хорошего и быстрых вам рендеров. Жду вопросов по теме криптомат. Удачи. Пока.